Долгожданное событие для реабилитационного центра «Юность» и его гостей. Начинает свою работу бассейн под открытым небом. Вот и свершилось открытие нашего бассейна. Очень много положено труда здесь. Работали все. И экономисты, и бухгалтера, и строители, и все-все подразделения. Уезжая отсюда, из этой здравницы, каждый уезжающий всегда стремился на следующий год спланировать свой отпуск таким образом, чтобы попасть снова сюда. Инвестиции в собственное развитие – гарантия, что постоянные гости вернутся в любимое место отдыха. Строительство бассейна, оно будет привлекать отдыхающих. Непременно ваш курортный сезон будет на более успешном уровне, чем в прошлом году. Теплая вода в шаговой доступности, свежий воздух, шезлонги в тени многолетних сосен. Что еще нужно для отличного отдыха?